Тетя Харт, это ты? Да, я. Ты где? В пещере какой-то. Меня Сиреноголовый сюда затащил. Что теперь с ним Сиреноголовый сделает? Не переживай, мы спасем и маму, и Захара. Теперь пойдем, у нас очень много дел. Итак, что мы знаем? Пришельцы высадили на нашу землю Сиреноголового. Взамен они забирали с собой других людей, в том числе и твою маму. Зачем они это делают, мы не знаем. Захар связался с нами по рации и сказал, что он находится в какой-то пещере. Где у нас есть пещеры неподалеку от леса? Ну только там, где мы впервые встретили Сиреноголового. А ты помнишь, где это место? Да. Ну тогда нужно обследовать эту пещеру. Если он действительно находится там, то нужно готовить план захвата. Это как? Я вызову группу задержания. Они оцепят лес и пещеру. И тогда мы будем захватывать Сиреноголового. Но для этого нам нужно точно убедиться, что Сиреноголовый находится именно возле этой пещеры. Значит, нужно скорее идти туда. Только мы должны быть осторожными, чтобы он нас не заметил. Стой. Кажется, там кто-то есть. Может, это Захар? Пошли посмотрим. Никого. Ладно, пошли отсюда, не будем тратить время. Меня кто-нибудь слышит? Это я, Захар. Да, мы тут, мы тебя слышим. Захар, с тобой все в порядке? Да, Ульяна, вы идете меня спасать? Да, мы уже идем к пещере. Какой пещере? Ну кто, что недалеко от леса? Нет, я не там. А где? Где именно? В какой-то пещере? Да нет, я уже не в пещере. А где ты? Меня Сиреноголовый уже утащил оттуда. Так где конкретно ты находишься сейчас? Я недалеко от водопада, под скалой. От водопада? А где это? Я, кажется, знаю, где это. Вы уже в лесу? Да, мы недалеко, возле водопада, возле пещеры. Ну вот. Там будет водопад. Подойдете к нему. Да, Захар, я поняла, где это. Мы уже идем. Что-то мне не нравится это место. Почему? Если Сиреноголовый здесь появится, то нам и спрятаться будет негде.
Да, Захар, мы идем уже. Еще немножко до водопада осталось. Что-то долго вы идете. Можете быстрее? Не переживай, скоро придем. Захар, ты знал то, что полицейский выходил с мамой на связь, и он видел ее через часы? Да, надо было ее не слушать и оставаться возле ветряков. А ты откуда знаешь, что она мне это говорила? Вы мне сами говорили. Что-то я не помню, что Петя такое говорил. Ну ладно, идите быстрее, я вас жду. Стой! Я не думаю, что нам нужно дальше идти. Почему? Что-то здесь нечисто. Откуда он мог знать, что сказала мне ваша мама? Ну, может, мы ему говорили и забыли. Да и вообще, какая разница? Главное, что это голос Захара, и он просит спасти его. А ты уверена, что это голос Захара? Да. Ну тогда нас спроси, когда у него день рождения, проверь его. Захар, ты меня слышишь? Да. Когда у тебя день рождения? Что? Когда у тебя день рождения? Да какая разница, идите уже. Но это же не сложный вопрос, ответь. Я не помню. Вы идете? Захар, а какая у нас с тобой фамилия? Да что за вопросы такие? Идите уже быстрее. Прости, Захар, но мы тебе не верим. Пойдем отсюда скорее. Куда он тут набежал? Как будто на пожар. Что делать? Куда теперь бежать? Он заманил нас в ловушку! Нам некуда деться! Бежим! Все, мы в ловушке! Да, а это что там такое? Так это ж Cartoon Cat. Эй, кот, кот, ты меня слышишь? Ты не видел, куда побежал сиреноголовый? Что там такое? Ты меня сможешь открыть? Эх, ты не дотянешься до нее рукой. О, точно, попробуй раскачать ее.
Куда он нас ведет? Куда ты нас ведешь? Что тебе нужно от нас? Ну ответь! Ты же крутой, всемогущий! Чего ты молчишь? Да это все бесполезно. Все равно он нам ничего не скажет. Интересно, он нас понимает? Да кто ж знает? Прекрасно. Теперь мы здесь надолго застряли. Ни маму, ни Захара теперь не спасти. Вы меня вообще слышите? Да пытаюсь рацию достать, никак не получается. Зачем? Чтобы вызвать подмогу. Никак не получается. Попробуй, может, ты сможешь достать рукой? Нет. Вот и у меня никак не получается. А мне вот интересно... Почему Сиреноголовый нас не забрал с собой? Туда, где Захар, например. Хороший вопрос. Значит, мы ему зачем-то здесь нужны. Сюда, скорее. Пошли с нами. А где полицейский? Он сбежал. Бросил тебя и сбежал. Сбежал? Странно. Мама, ты как тут оказалась? Тебя пришельцы освободили? Не совсем. Нам нужно спасти Захара, и пришельцы нам в этом помогут. Пришельцы? Но как? Пошли с нами, сейчас все увидишь. Мама, где мы? Пойдем туда, я тебе покажу. Слушай меня внимательно. Только ты сможешь спасти Захара. Тебе нужно пройти одно испытание. Какое? Смотри туда. Это же... Да, это кукла из игры в кальмара. И тебе нужно будет с ней сыграть в одну игру. Тише едешь, дальше будешь. Зачем? Там за ней находится Захар. И ты должна туда добраться, пока она отворачивается и поет свою песню. А когда она повернется, ты должна замереть на месте и не двигаться. Это что, шутка? А если я пошевелюсь, то что тогда?
А если не пошевелишься, то дойдешь до конца и спасешь Захара. И тогда они нас всех отпустят. Это их условие. И даже Сиреноголовый нас отпустит? Да. Они его уничтожат. Хорошо, я готова. Начинаем первую игру. Мы собираем красный свет, зеленый свет. Когда вы услышите слова «зеленый свет», можете двигаться вперед. При словах «красный свет» смотрите. Если будет замечено движение, вы выбываете. Что с тобой? Мне кажется, сон страшный приснился. Какой сон? Про куклу из игры в кальмара. И про твою маму? Да. А вы откуда знаете? Мне тоже такое снилось. Только теперь мне кажется, что это был не сон, а видение. А что вы видели? Я? Вы чего здесь стоите? Пошлите с нами! А где? Где Ульяна? А вы что, не знаете? Нет. Они все там, на игре. На какой игре? Пошлите со мной, я вам все покажу. Пошлите, пошлите. А как тебе удалось сбежать от Сиреноголового? Он сам меня отпустил. Сам? Странно. Да, он меня отпустил, чтобы я сыграл в игру. В какую игру?
вам нужно сыграть в игру кальмара, чтобы спасти маму и Ульяну. А как я их освобожу? Вам нужно будет добраться до них, пока она не видит, а когда повернется, замрете. Это очень просто. Если вы это сделаете, то они нас освободят. Ага, делать не больше нечего, с вами в игры еще тут играть. Ну вы меня слышите? Да, да, я готов. Начинаем первую игру. Мы сыграем красный цвет, зеленый цвет. Когда вы услышите слова «зеленый цвет», можете двигаться вперед. При словах «красный цвет» смотрите. Если будет замечено движение, вы выбываете. Так они вас уничтожили? Да. Странно. Что бы это могло значить? Видения у нас похожи, а конец отличается. Да, в твоем видении ты пропадаешь, а я выбываю. А может, нас просто усыпляют? В смысле? Ну смотрите, и в вашем, и в моем видении все начинается с того, что мы просыпаемся. Ну? Как будто нас здесь усыпили, развязали и оставили одного из нас. Возможно. То же самое и в игре. Нас в конце усыпили, а потом привезли сюда и привязали. А как же тогда мама и Захар? Они что, на их стороне? А ты уверена, что это были они?